Чистая вода пришла во все дома Октябрьского. Это стало возможным благодаря открытию станции водоподготовки на базе ВЗУ номер 1. Работу нового сооружения Люберецкого водоканала проверил глава городского округа Владимир Волков. Вмешательство человека в работу этой станции практически не нужно. Очистка воды происходит в автоматическом режиме. Раз в день сотрудник водоканала приходит проверить исправность оборудования и убедиться, что все работает в штатном режиме. Вода из скважин поступает на станцию очистки. Здесь проходит несколько ступеней подготовки, уходит резервуар чистой воды. И, соответственно, оттуда уже подается до потребителя. Среднесуточное потребление воды в Октябрьском около 6,5 тысяч кубометров. До появления станции водоподготовки от жителей поселка поступали жалобы на качество главного жизненного источника. Теперь эта проблема решена. Из крана течет чистая питьевая вода. Только что мы проверили вместе с руководителем нашего водоканала, как очищается вода. Попробовали эту воду здесь, именно с этой станции. Из крана налили. Вода идеальная, чистая, вкусная. И, конечно же, вот эта станция, с одной стороны, она небольшая, но это очень серьезный рывок к качественной подаче воды. ВЗУ номер 1 функционирует в Октябрьском с 1992 года. На объекте периодически проводят модернизацию оборудования. Работу новой станции водоподготовки с обратным осмосом запустили в конце декабря прошлого года. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.